еще зрелищнее, еще масштабнее и с каждым разом все популярнее. Мотокросс в Раменском радует зрителей и участников летом и зимой. В воскресенье 22 января на старт основной трассы Мотогона вышли 210 участников. Москве и из регионов, и с Ивановской области, и из Питера вот летом приезжали люди. То есть у нас мы стараемся все-таки сделать максимально комфортную трассу для участников. У нас одна из лучших все-таки, не бойся этого слова, одна из лучших трасс вообще в Московской области. И как бы мы стараемся этот уровень поддерживать. Ну, мотоциклы, они по мощности распределяются по мощности, начиная от класса 50, потом идет класс 65. Кубических сантиметров 85 и класс Open, где больше 125 кубических сантиметров и до 450. Шипы, не шипы, ну, у всех разный стиль езды, разная задача. С шипами мотокросс, он более зимой зрелищнее. Погода для гонок выдалась идеальной. Минус 7 градусов подморозили подходящее покрытие после недавней оттепели. Ясное небо не помешало снегом и метелью. Трассу заранее подготовили и убрали остатки прошедших снегопадов. Трасса достаточно интересна, чем она примечательна. Полотно трассы ровно, она подходит для практически у любого уровня участников соревнований. Поэтому, в принципе, наверное, объясняется такая масса. Сегодня очень много детей вот, в маленьких классах. Вообще, в принципе, за моей спиной сейчас находится лагерь. А парковочного места было даже тяжело очень найти. Мне нравится помогать проводить эти соревнования, потому что все-таки это уровень Подмосковья спорта, да, и он растет. И это очень приятно. Чувство страха есть? Нет, иногда нет, есть. Вообще нет. На этой трассе нет. На этой нет. Адреналин. На этой, да, адреналин. Чем зимние от летней трассы отличаются? Зимние там... зимой там шипы иногда скользко бывает. Если без шипов, то отличается. Если с шипами, можно сказать, чуть-чуть прям отличается. Больше зимой или летом нравится? Зимой. Почему? Зимой из-за того, что мне как-то просто нравится. И морозы были сильные, и снегопады, которые накануне были. Поэтому два дня расчищали и площадку для участия, потому что ожидалось много спортсменов, и саму трассу. И вчера эта подготовка была по-темному, даже заканчивали. Вот у нас Юр Самарин, как бы такой ответственный человек, и он максимально до последнего, то есть вычищал, все расширял. Маленькие классы, то есть дети, едут 10 минут. Средний там класс 85 едет 15 минут, класс Open едет 20 минут. Очки начисляются, да, первое место максимальное количество, да, 24 очка, второе меньше и по понижающей до последнего места. Большая часть зрителей, когда едет один класс, представляют другой класс, который смотрит и наблюдает за ним. Поэтому ну, эмоции, конечно же, переполняют. Люди волнуются за предыдущие классы. Они смотрят на ошибки, может быть, где-то подсматривают какие-то фишки, которые помогут им в борьбе на трассе. Тем не менее, ну, то есть эмоции здесь переполняют. Здесь все, в принципе, пронизаны одной нитью вот такой мотокросса. Следующий мотокросс наш город примет летом. Вся информация будет размещена на странице Раменского мотогона ВКонтакте. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».